Вот разбираю блокнотики старые. Это мой мешок, в котором сейчас покажу. Сейчас я покажу. Вон. Вот это вот из... Так, сейчас. Вот это полностью исписанные ежедневники и скетчбуки изрисованные. Здесь вот один, который этого года, но он уже закончен. И все, вот это чистенькие, новенькие. Вот моя полка с блокнотами, ежедневниками и скетчбуками. И, собственно, вот нужно освободить место. У меня маленько не вмещалось. А это вообще, это просто нечто. С 14 года я его начала. И вот, что я рисовала для Инктобера, я уже показывала. А здесь... Ну, здесь просто жесть по сравнению с тем, как я рисую сейчас. И... Я не знаю, скорее всего, я что-нибудь размою из того, что сейчас показываю. Вот даже... Вот какой бы у меня был Инктобер на тему Алисы в 2014-м и какой сейчас. Я не знаю, на самом деле, у меня не такой уж и большой прогресс для 6 лет. Но, боже мой. Просто я просто хочу... Вот, кстати. Одна и та же кружка здесь. И... Одну секунду. Сейчас найду. Вот. Вот это две одинаковые кружки. Я думаю, можно сделать вывод. Я никогда бы в жизни в это время не нарисовала гуашь и вот так. Ой, вообще, как взрослый человек может рисовать фломастерами, я не понимаю. Ну, хотя вот это более-менее нормально. Потом из нормального здесь еще... Еще все, что ли? Птичка где-то была. Классненькая. Во-во-во. Вот она хорошая. И то, представляете, то есть я вот это вот, вот эти вот странички, блин, 2 года заполняла. Сейчас у меня таких блокнотов за год 5 штук уходит. И до 2017-го я его вела. У меня здесь тоже есть там Новый год. Вот, кстати, нормально этот этичный гардероб начала. Сейчас найду. Вот 2017, великолепные пингвинчики. Вид из окна в Петербурге. И там дальше пошло-поехало. Не хочу его выбрасывать из-за обложки. Из-за того, что это памятное. Это как истоки моего желания вести какие-то блокнотики именно для рисования. То есть не ежедневники, которые я вела всю жизнь, а именно скетчбуки. Еще маленько поясню. У меня ничего не выбрасывается. В том плане, что плохие рисуночки, там какие-то неудачники, ну, типа такой ерунды. Я делаю, ну, обрезаю все лишнее, делаю миниатюрками и использую потом в ежедневниках, в каких-то таких блокнотах. А хорошие рисунки у меня идут в папку с хорошими рисунками, с удачными. И таким образом каждый скетчбук, который я веду, неважно какого он формата, А4 или маленький, у меня всегда в конце он подлежит какому-то вот разбору. Такого плана. И остаются вот отдельно карточки, картиночки, которые я потом, опять же, открытку, чтобы подарить родным или друзьям, из чего-то картину, из чего-то постер, который у меня в Инстаграме я выкладываю. В общем, дальше я уже работаю с этим материалом как самым удачным. Потому что когда ты с нуля садишься с настроем, вот сейчас я нарисую, и это будет шедевр. Я так не могу, у меня так не получается. Я рисую и рисую, а потом уже более трезвым взглядом со стороны, когда пройдет какое-то время, и опять же с учетом мнения моего мужа там, и каких-то еще друзей, я решаю, что хорошо, что нет, что оставить, что нет. Для обычного скетчбука сделала такую обложку. Теперь он уже не такой обычный, и мне будет приятнее его разрисовывать. Приветики. Поехала на встречу с последней подружкой, которая еще не дарила книгу «Добровольная простота». Уже поздний вечер, 7 часов. Я, видите, готовая с маской для общественного транспорта. Вот. Даже как-то обидно, что не получится нормально прогуляться, насладиться центром города. Но, с другой стороны, очень... Уже в октябре частенько я бывала в красивых местах, в красивых краях. Наслаждалась уже листьями и деревьями, поэтому достаточно. Thank you.
немножечко. Иногда ему можно на столе посидеть, иногда можно немножечко с мамой вместе. Если вдруг повторятся все карантинные дела, и снова людям нужно будет сидеть по домам, лично меня никак это не расстроит, никак я не буду беспокоиться, потому что это все такая фигня вообще. У меня хватает чем наслаждаться в жизни. И никакой карантин мне кайф и удовольствие от моих дней не испортит. Вот этот момент перехода в холода после лета, когда, как бы, ну вот в Петербурге, по крайней мере, было плюс 17, а потом плюс 7. И вот эти 10 градусов, это всегда ощущается тяжело, но все равно я человек, который очень зависит от сезонов, от времени года. Меня всегда оно вдохновляет. И хоть я и не любитель фотосессий там с венком из осенних листьев или, ну, вот этого всего, то есть избитые какие-то шаблоны я не люблю. Для меня как в плане погоды, так и в плане какой-то визуальной составляющей, какой-то эстетики и атмосферы каждого времени года. Для меня очень важно окружить себя вот всем соответствующим, всем таким вдохновением. Отсюда рвение к специальным плейлистам, специальным сборникам каких-то осенних фильмов, осенней музыки, там, осенних картинок на Пинтересте. Но как плюс, мне никогда, я, кстати, уже снимала об этом видео, мне никогда зимой не хочется лета, летом не хочется зимы. То есть я просто спокойно и супергармонично существую вне зависимости от сезона и полностью наслаждаюсь тем, что за окном. А Новый год еще предстоит спланировать. А это довольно трудно, потому что хочется чего-то нового, хочется какого-то разнообразия, как его себе организовать еще непонятно. В общем, будем думать и соображать. Началась новая неделя, у меня огромный герпес на нижней губе, собрались в спортзал, и я что-то так решила, что это будет последний влог, очень я устала от Ютуба, и хочется опять на какое-то время забить на него и не вспоминать. Тем более, я, скорее всего, это уже говорила, что инктобер, рисование, у меня сейчас как-то весь мозг в этом. Но я это поясняю больше для себя, и чтобы сильнее утвердиться в своих мыслях и почувствовать, да, реально ли это мое желание. Все-таки да, именно снимать видео и свою повседневную жизнь надоедает. При этом здорово, что осеннюю хандру, осеннюю какую-то депрессию удалось прекрасно обойти в этом году. Я понимаю, что впереди еще ноябрь, а ноябрь из-за своей такой непонятности в плане погоды, в плане слякоти, вроде снег,
но он тут же тает, и постоянно короткий световой день, и очень мрачно все, и Новый год еще не скоро. Это самый тяжелый месяц всегда для меня, но все равно из-за вот этой постоянной активности, каких-то встреч, работы, творчества, очень в этом году все так спокойненько для меня прошло, и никакой апатии, грусти особо-то и не было. В каком-то из влогов я уже говорила про свои взаимоотношения с кофе, что я его то пью, то мне надоедает и даже противно становится. И вот сейчас тот период, когда я хочу его, ну, то есть все, у меня дома кофе закончился, и я хочу заменить его лимонным чаем, и, в принципе, больше есть фруктов и овощей, но в первую очередь фруктов. А зимой этого ужасно не хватает, и зимой, насколько я помню, всегда дешевле цитрусовые, типа апельсины и так далее, и вот я задамся такой целью. Но лимонов уже 10 штук я купила. И впервые за долгое время я спала сегодня на косичках. Заплела две, одну под другой. Ну, вначале вы видели это. Не сказать, что было супер удобно именно спать, но когда волосы не мешаются, и когда это не пучок, который стягивает максимально сильно все наверху, а с расхлябанным каким-то легким хвостиком нет смысла спать, потому что волосы все равно трепыхаются. И в этом плане косички были просто супер. То есть ничего никуда не лезет, ты спокойненько лежишь. Но надо приспособиться. В целом мне нравится, что есть легкие волны, и что волосы такие легкие, пружинистые. Они у меня в целом такие густые, тяжелые. И это классная черта. Я обожаю свои волосы, но от этого устаешь. Вот и холода подкрались. Подруга дарила сертификат в магазин Леонардо. И вот приобретенница оттуда. Это у меня пойдет в новогодний венок, который будет украшать свечки на шкафу, на стеллаже. Губочка для рисования, микроны, краска акриловая. Мне нужна была белая гуашь, ну, баночка, но с тюбика все гораздо лучше, потому что баночки у меня, я имею такое свойство их превращать в небелую краску, ну, как и все, короче, люди. Поэтому тюбик удобнее, и акрил решила взять. Вот такие две кисточки. Это единственные, да, по-моему, единственные две формы, которых у меня еще не было. Во, фокус. Вот, и я в восторге от них. Ну, и акварельная бумага. И еще очень классный скетчбук, тоже с очень-очень плотной бумагой. Вот, пожалуйста. Всего 25 листов и вот такого как бы цвета. Это бумага, эти листы. Я еще не знаю, какими материалами я буду рисовать. Скорее всего, гуашью, может быть, какими-то карандашами. Но его
Я приглядела очень давно, но, естественно, как бы, когда у меня есть на чем рисовать, зачем тратить деньги, а тут, наконец-то, такая мини-мечта осуществилась. В общем, сегодня вот даже такие микро-шоппинг был произведен. Это не объедки, это я готовила чизкейк в мультиварке, который должен был быть пышным, большим и красивым, упругим, ровным. Но когда я его доставала, все развалилось к чертовой матери. И половина вот такая, а половина вот такая, нормальная. Я украсила, здесь варенье и смородинковые ягоды. Смородинковые. И просто куча-куча растопленного шоколада темного. В общем, вот эти три кусочка я отфотала со всех ракурсов, везде выложу. Ну, это, конечно... Ну, в кулинарии тоже не без, как сказать... Первый раз, кстати, я готовила чизкейк, поэтому первый блинком, не знаю. Буду знать, что он очень мягкий, его надо доставать аккуратно. И как минимум нормально дождаться, чтобы все остыло, чтобы он затвердел. Так что особо сильно я не расстроилась. Плюс меня Вадик поддержал. Сказал, что красивые кусочки есть, значит, все было не зря. Тут у меня уже поредело в рядах свечечных. Некоторые уже полностью сгорели. Я каждый вечер, да, в принципе, даже не почти каждый вечер, а каждый вечер зажигаю. Поэтому как-то так. И у меня новая подружка, здесь шишечка теперь. Будем сейчас пить чай с моим неудавшимся чизкейком. Потом смотреть что-нибудь на проекторе, какой-нибудь фильм. Я, кстати, посмотрела за эти дни восхитительный сериал «Большая маленькая ложь». Он пусть и женский, но он очень хороший. И редко бывает, когда меня что-то зацепит с первой серии, мне не жалко на это потратить свое время. Я все-таки себя поймала на мысли о том, что жизнь... довольно скучная, однообразная, показывать особо нечего. На съемках, на своей работе мне снимать влоги не нравится. В спортзале постоянно ходить с телефоном мне тоже не нравится. И я от влогов устала. Пускай это будет заметка Юли из будущего, которая захочет еще раз что-то поснимать. Пускай знает, что это все нужно делать очень либо маленькими порциями, либо редко. И, короче, это выматывает. Я вот хочу сделать в видосах перерыв и все больше и больше рисовать. Это пока идет Инктобер. Черные рисуночки карандашами и лайнером — это хорошо, но я очень соскучилась по краскам, и я хочу полностью в них погрузиться. Несмотря на это однообразие жизни, я все равно ее очень люблю. Мне нравится, как проходят мои дни. Нравится, чем мы занимаемся, как мы вообще распределяем время. Нравится, что я... наслаждаюсь каждым своим днем, каждым утром и каждым вечером. И нравится практически полное отсутствие стресса. А если есть у меня какие-то волнения и переживания, то это связано с творчеством или с самореализацией. В общем, это никак не связано с тем, как я живу и чем наполнены мои дни. То есть я сама ответственна за свое счастье. Ну, в принципе, как и каждый человек. Опять наговорила философской чепухи. Хочу еще сказать, что если вдруг вы посмотрели видео про то, как я иллюстрировала книгу, как я создавала художественное оформление для книги «Добровольная простота», и вам это показалось интересным, я действительно советую ее приобрести. Я первый раз вот размещу ссылку под видео на сайт издательства, где можно ее купить. И кроме того, если вы из Санкт-Петербурга, с 27 октября она будет продаваться в магазине «Порядок слов», который находится на Фонтанке, там тоже можно будет ее купить. Вот, наверное, и все. Буду с вами прощаться. Может быть, на самом деле все мои рассуждения о видео и ютубе фигня, и мне захочется все это повторить через месяц, я не знаю. Но в этом и фишка влогов, что ты говоришь то, что думаешь на данный момент, и нет никакой фильтрации мыслей, рассуждений и так далее. Спасибо, что смотрели. Всем пока!